Куда вы пошли, игрок? Да, ботвинник из меня не получится. Ничего, перворазрядник, протоиерей, отец Серафим тоже звучит неплохо. А чудесные вы нам розы привезли из Греции. Удивительно, как-то они не завяли. Поразительно. Вчера утром в Афинах, вечером в Москве, а сегодня у вас в Сибири. Чудеса. Чудес нет. Техника. Техника, техника. Все летаете, летаете. А не боитесь в небе на ангела напороться, а? Вот вы все, Федор Алексеевич, подшучиваете надо мной. Не потому ли, что среди священников есть люди недостойные? Так и среди ученых они нередки. Но вы же не такой. Так признайте и за мной право быть честным и искренне нести людям то, что им нужнее всего. Веру в Бога. А почему это вы уверены, что вера в Бога человеку нужнее всего? Ибо пуста душа человека без веры. Это у нас пуста. У таких, как вы, нет. Но вы из сильных. И сильны своим делом, которое, по сути, для вас та же вера. А каково слабым, больным, страждущим, одиноким, покинутым? Значит, вы признаете, что ваша вера только для слабых? А разве этого мало? Вы зайдите в церковь, там и молодые. Молодые, которые взыскуют, а вы им ответа не даете. Или даете, но языком мертвым, а мы отвечаем незамедлительно и душевно. Ну, а что это доказывает? Только одно. Ваша сила в наших слабостях. Ну ничего, как-нибудь покончим и с равнодушием. А душевности нам у вас не занимать. Да откуда вам ее взять, душевность-то? У нас брак, таинство. А у вас регистрация в ЗАГСе. И родился регистрация, и женился регистрация, и умер регистрация. А ведь не для того явилась на свет Божий душа человека, чтобы зарегистрироваться. Но и не для того, чтобы проситься на небо. Все, что создано вокруг нас, это плоды рук человеческих. И создано это не молитвами, а вопреки им. Вы с 7-летним планом знакомы? Обязательно. И уверен, выполните. Плоть людскую ублажите. А вот с духом как же? Серафим Николаевич, передергиваете? Разве 7-летка это плоть? Это же и дух. Зачем же вы разделяете? Так почему бы нам совместно не опекать человека? Вы материально, а мы духовно. Не цените вы нас. Недооцениваем, Серафим Николаевич. Дай вам душу, так вы утянете и всего человека. Опять заставите уповать на потусторонние силы. А мы рассчитываем на свои, человеческие. Нет уж, Серафим Николаевич, не по пути. И мы знаем, что человечество только по нашему пути придет к счастью. Человечество, не спорю, но отдельный человек. Какое вознаграждение, или, как у вас говорят, компенсацию, сулите вы человеку за все, что он претерпел на земле? Смерть. Жизнь – это щедрее, чем загробный мир. Загробный мир – это ложь. По-вашему, ложь? По-моему, нет. Однако пусть ложь, но
Но тогда это самый гениальный гуманный вымысел человечества за все время его существования. Вечная жизнь, личное бессмертие и неумолимая торжествующая справедливость. Не здесь, а там. Это заставляет человека жить без подлости, и ему не страшно умирать. Он не старается отодвинуть свою смерть смертью других. Он живет с оглядкой на совесть. Он имеет утешение в жизни для себя. А вы? Вы отняли у человека веру в бессмертие. Вы ему говорите, ты умрешь, и больше тебе ничего не будет. То, что проживешь на земле, только это и твое. А хорошо будет твоим детям, внукам, потомкам. И слабый человек звереет. Старается урвать для себя все, на что имеет и не имеет права. Все подавай ему сейчас, любой ценой. Ценой воровства, подлости, разврата, предательства, убийства. Почему бы и нет? Ведь Бога нет, и расплаты не будет. Играйте в шахматы!